серебряный царский подстаканник 1890 года. Эпоха предпоследнего русского царя Александра Третьего. Вообще, те, кто собирает подстаканники, знают, что подстаканники из серебра ценится превыше всего. Ну и среди серебряных подстаканников особую нишу, ценную нишу занимают подстаканники царские, выполненные из серебра 84 пробы. То есть 84 проба означает, что из 96 долей Доля серебра составляет 84 доли. То есть, если перевести в современную систему, это у нас получается 875 проба. Вот такой вот подстаканник он не чистился, не мылся, ну и дошел до нас в таком вот первозданном виде. Рисунок на нем выполнен штихтелем то есть с использованием специальных инструментов рисунок процарапывается и сохраняется на Вот. Подстаканники царские бывают с выбитым годом, то есть годовики, а бывают без года. Я стараюсь все предметы из царского серебра собирать с годом, то есть годовики, вот, потому что это намного интересней, сразу понимаешь точно, когда подстаканник был создан, понимаешь его историю, вот, ну и как-то в руке приятней лежит такая вещь. Так, давайте посмотрим его поближе. Как же он выглядит? Изделие очень массивное. Ну, серебро, как известно, материал с большой плотностью, выше плотность только у золота. Здесь имеется проба. Давайте попробуем приблизить и посмотреть. Итак, мы видим тысяча. 890 год. Сверху стоит проба 84 -я. и стоят инициалы мастера АШ. Существуют различные каталоги, по которым можно посмотреть, что же это был за мастер. Ну а внизу стоят перевернутые буквы N и К, по-моему. Это пробирный мастер, то есть мастер, который Удостоверял качество. То, что это действительно сделано из серебра и проба соответствует 84-й. Вот такой вот замечательный предмет русского искусства, серебряный, дошел до нашего времени. Теперь по поводу цены этого подстаканника. Как известно, серебро сейчас на рынке стоит примерно 33 рубля за грамм по состоянию на март 2019 года, на апрель 2019 года. Оно постоянно плавает, курс, то есть примерно от 32 до 35 рублей за грамм. Если подстаканник у вас советского периода, то есть какой-нибудь кубачи, то там цена идет примерно так как стоит серебро, то есть по лому, по серебру. К примеру, подстаканник весит 100 грамм, и, соответственно, он будет продаваться примерно за 3 300-3 500. Царское же серебро, изделие, а именно подстаканники из царского серебра, продаются по цене примерно 110-120 рублей за грамм. То есть, соответственно, если подстаканник весит 100 грамм, то цена этому подстаканнику примерно 11-12 тысяч рублей. Давайте попробуем взять этот подстаканник и взвесить вот при помощи таких сочных весов. Посмотрим, сколько он весит. Итак, весы настроились. Ставим подстаканник. Так, точно ставим. Вот, теперь верно. 113 грамм. 113,2 грамма весит этот подстаканник. Еще раз поставим точно по центру. 113,2. Да, все правильно. Итак, это был обзор серебряного штихтельного царского подстаканника. 84 пробы. То есть по нашему это 875 проба. Все царское серебро на 99% изготавливалось из 84 пробы. Смотрите обязательно на моем канале обзоры других серебряных изделий, в том числе изделий из э, серебра Царского, а также смотрите другие ролики по предметам коллекционирования, про монеты, про боны, то есть банкноты, про иконы, киндер-сюрпризы, ну и так далее. В общем, буду рад, если вы поставите мне лайк, напишите свои комментарии и подпишитесь на мой канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.